Образовательные кружки заработали в Атырау в рамках проекта «Балага миром» при Центре оказания специальных социальных услуг номер 3. Применяемая в них адаптированная программа поможет детям с особыми потребностями выбрать будущую профессию. Подробности у наших корреспондентов в регионе. С пользой и интересом. Именно так проводят время особенные дети в этих кружках. Здесь воспитанников приобщают к рукоделию, прикладному искусству, учат работать с керамикой и познавать секреты швейного мастерства. А еще выращивать овощи и заботиться о пернатых. Қазір балаларды еңбекке бейімдеудің арқасында көптеген нәтижелерге жаңағы жетіп отырмыз. Благодаря трудовой адаптации мы уже смогли достичь определенных результатов. Построили теплицу, в которой дети научились самостоятельно высаживать растения и ухаживать за ними. Такой подход нам помогает решить одну из важных задач социализации детей-инвалидов – профессиональное самоопределение. Пока трудовых кружков всего 4. Открыты они на базе областного центра оказания социальных услуг номер 3, в котором специализированную помощь получают 75 пациентов. С детьми работают узкие специалисты – дефектологи, логопеды и психологи. Есть дети с проблемами развития мелкой моторики, с прогрессирующим тетрапарезом и гемипарезом. Каждому ребенку специалисты рекомендуют занятия с учетом заболеваемости. Результат налицо. Изучить личностные особенности, интересы и склонности. Специалисты центра уверены, что такой подход к профориентации поможет детям с особыми потребностями выбрать будущую профессию и стать успешными. Райхан Тажибаева, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.